У нас на Майдане Незалежности как бы говорят, что это изображен архангел Михаил, который покровительствует городу Киеву, но он черный. За християнським віровченням Господь мав трьох архангелів – Михаїла, Гавриїла і Люцифера. Всі вони були воєначальниками і мали однакові військові лати білого кольору. Коли ж Люцифер відійшов від Господа, його стали зображати вже у чорному вбранні. Висновок про те, хто ж стоїть на Майдані, напрошується сам, але далі цікавіше. Вспомніть на Майдані Незалежності. Проти кого стоїть Люцифер? Да, проти символу України. На кого він держить меч? На символ України. Случайность, моя случайность, но в духовном мире случайности не будет. Какой знак масонства и его демонстрации силы над Украиной стоит сегодня в центре Киева? Украинский депутат Кармазин не может спокойно переходить через Майдан. Эти силы решили в черный цвет покрасить даже предводителя небесного воинства оркестра Тихо Михаила. Раньше покровитель Киева архангел Михаил был золотым. Ту скульптуру убрали, сейчас на ее месте колонна, увенчанная глобусом. Точно такую же можно найти в любом масонском храме. Доктор философских наук начинает рабочий день с зажигания лампадки. Огонь масонского скандала он раздул после того, как стало известно о могущественном ордене святого Станислава. С этого момента вы облачены в мантию ответственности и служение человечеству. Орден святого Станислава основал в конце 18 века польский король Станислав Август Понятовский. На Украине рыцари появились в конце 90-х годов прошлого века. Первым кавалером ордена стал президент Леонид Кравчук. Официально орден святого Станислава занимается благотворительностью и награждением самых достойных членов общества. Настоящую силу орден обрел при Кучме. Сам Леонид Данилович от награждения крестом отказался, зато жена президента охотно накинула плащ кавалерственной дамы. Пытались вовлечь свой круг самых высших людей в этом государстве. Потому что, вы знаете пословицу, что ночная кукушка перекует дневную. Вслед за Людмилой Кучмой в орден как по команде потянулась украинская элита. В рядах рыцарей оказался премьер-министр, министры обороны, руководители службы безопасности, члены правительства, почти весь генералитет, помощники президента и даже начальник охраны Кучмы. Орденом святого Станислава сначала наградили бывшего председателя Госплана СССР Виталия Масола, а потом певца Иосифа Кобзона. На Украине стали шутить. От Масола до Кобзона пролегает путь масона. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Смотрите после рекламы. Откуда взялись тамплиеры в правительстве Украины? Почему Джордж Буш скрывает свою принадлежность к тайному ордену? И впервые на телевидении тайный обряд посвящения в масоны. Его превосходительство Вискун Святослав Михайлович. Бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна в орден святого Станислава приняли одним из первых. Но о своем рыцарстве Пискун почему-то вспоминает неохотно. Привели и дали орден. Хорошие названия, высокие имена, и это меня как бы соблазнило. И многих моих друзей, которые до сих пор не знают, как он называется. Пискун божится, при вступлении в орден никаких клятв не давал. Вот только Станислав на шее в кучмовской Украине был чуть ли не обязательным атрибутом карьерного роста. Если сегодня еще трех действующих вице-премьеров, три вице-премьера нашей кавалеры ордена. И я горжусь, что народ поверил им и опять им доверил руководить страной. Это и Николай Азаров, и Дмитрий Табачников, и Владимир Рыбак. Достойно уважаемые люди. Один из рыцарей ордена святого Станислава, бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук. Документы из переписки военного министра обнаружились в загадочном храме другого ордена, тамплиеров.
В переписке речь идет о продаже списанных ракетных комплексов. Дина Кинетаисия с явным облегчением передает журналистам рыцарский компромат. Они у вас не пытались эти документы каким-то образом получить, купить, сами не знаю? Ну, конечно, пытались. Первое время они не только, даже с Министерства обороны пытались заполучить эти документы. Но так как у нас не было гарантии того, что эти документы не будут просто уничтожены, и таким образом мы потеряем доказательства, мы не передавали им эти документы. Дорогие джипы, короткие прически, крепкие парни приезжали в древний православный монастырь Китаевская пустынь, как к себе домой. Поверх дорогих костюмов накидывали белые плащи с кровавым подбоем и красными крестами. Я искал место именно подходящее, чтобы рядом был храм. Мне предлагали в центре города Киева. Это на сегодня есть такая конфессия, Киевский патриархат. Вот. Но мы решили обосноваться здесь, тем более здесь благостное место, исторические уже сложенное место. У современных украинских тамплиеров в руках грозное оружие. Вот надпись на мече, на которой опирается приор Украины Яблонский. Заместителю министра обороны Украины от командующего 24-й ракетной армии. Нормально. Орден всегда был прогрессивный. И он сегодня есть прогрессивный. То есть мы знаем, что будет завтра. Украинские тамплиеры всерьез и надолго обосновались в Китаевской пустыне. На крыше монастыря появился средневековый флюгер, в подвале загадочный храм. Монахи Китаевской пустыни решили разобраться, с чем пришлось связаться. Внутри тамплиерского храма монахи обнаружили подробные схемы посвящения в масонские градусы, книги по магии и сатанинскую литературу. Но главное было под ногами. На паркете тамплиеры выложили монограмму Иисуса Христа. Она была накрыта ковром, и прежде чем зайти в какое-то помещение, нужно было вытереть ноги об этот ковер, под которым находилась пентаграмма. Мы, конечно, поняли, что это уже не просто общественная организация, это оккультная или религиозная организация. И по всем надписям, по всем тем признакам, которые свойственны тамплиерам и были свойственны им, мы, конечно, поняли, что это сатанисты.